Приветствую вас, друзья! У нас прогноз для знака зодиака Рыбы на первую половину апреля. Давайте посмотрим по всем сферам жизни, что ожидает представителей знака зодиака Рыбы с 1 по 15 апреля. На Ленормант мы посмотрим сюрприз или неожиданность, также получим для вас советы от оракулов. Рыбы, первая половина апреля. Что у вас будет происходить в начале апреля? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личной жизни? Первая карта для тех, у кого есть отношения или брак. Вторая карта для тех, кто в поиске любви и отношений. Работа, бизнес, карьера. У кого есть занятость, что будет происходить у вас? Для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что у вас будет происходить в конце этих 15 дней? И совет или предупреждение от Таро. Да, по-моему, у весов тоже такая же карта была. На дне колоды у вас семерка жезлов. Но это когда человек пробивается к своей цели, идет к своей мечте, но очень много преград и препятствий на пути. Тут самое главное, карта говорит, не дайте сбить себя с вашей дороги. Не обращайте внимания на советы, на людей. Вот по семерке вы можете преодолеть любые препятствия и любые преграды. Просто проявите целенаправленность, устремленность, напористость, может быть, даже настырность. И у вас есть все шансы дойти до желаемых результатов. Но еще эта карта говорит, что научитесь говорить «нет». Ставьте во главу угла свои приоритеты. Вот почему-то эти 15 дней для вас это будет очень важно. Ну, вообще, карта говорит, живите своей жизнью, не позволяйте никому вмешиваться, давать вам советы, указывать вам что-то. Слушайте только себя. Да, вы входите с отшельником, что-то вы здесь обдумываете, какой-то важный шаг. Так, сюрприз или неожиданность рыбы, первая половина апреля. Хорошо, карта, с которой вы входите, здесь у вас ложится отшельник. Ну, эта карта может показывать вас. Отшельник – это когда человек стоит на пороге чего-то нового, но для этого вам нужно все тщательно продумать. Может быть, еще карта говорит для того, чтобы вам восполнить какие-то пробелы в знаниях, может быть, с кем-то нужно проконсультироваться. Отшельник – это могут быть ваши родители или это узкий специалист. Иногда это может говорить, когда человек хочет идти по пути своего призвания. То есть вот может быть какие-то планы, что-то новое начать. Тут у нас мужчина, да, лиса и дом, тут может быть, конечно, и ложь. Какой-то мужчина хочет какую-то выгоду поиметь. Тут выгода может быть что-то связано с недвижимостью. Но если вы собираетесь, может быть, идти по своему собственному пути, тут что-то связано, например, или с домом, может быть, работа из дома. Или здесь карта говорит по работе идти по своему собственному пути, то есть заниматься чем-то своим, ни на кого не работать, для того, чтобы в ваш дом пришла стабильность, безопасность, уверенность. Но тут больше относится к мужчинам.
Ну, давайте мы одну карту уточним. Отшельника. Да, вот идти к какой-то своей звезде. Есть у вас цель. Что-то очень долгосрочное. Может быть, какие-то проекты. Стабильные, надежные. Тут или начать что-то свое, или присоединиться к какому-то проекту. Может быть, с кем-то скооперироваться. Но для этого вам нужно подготовиться, продумать, учесть все за и против последствий этих действий. Ну, или, может быть, карта говорит, все-таки с кем-то посоветоваться, проконсультироваться. То есть вот идти к своей цели, несмотря ни на что. Конечно, это может касаться и работы, это может касаться отношений. То есть отшельник – это когда человек один. У вас появляется какая-то надежда, новый человек, вот колесо фортуны. Это то, что выведет вас из одиночества. Также это может быть проекты, связанные с вашим домом, с вашей семьей. Может быть, с вашими родителями. Да, для кого-то здесь, может быть, надежда появится на выздоровление, если кто-то болел. Здесь нужно найти хорошего специалиста. Так, хорошо. Тогда давайте посмотрим короля мечей для тех, кто в браке, в отношениях. Да, для женщин, может быть, это ваш возлюбленный супруг. Ну, может быть, это еще какой-то специалист в виде адвоката, судьи, потому что вот все-таки мужчина здесь, если это в семье, тут идет какой-то обман. Да, это может быть ваш возлюбленный. Может быть, здесь измены, что-то человек скрывает, врет, что-то не договаривает. Или здесь какой-то родственник, что-то здесь по поводу недвижимости. Может быть, это какое-то наследство. Да, вот добиться желаемого, но есть какие-то преграды. Ну, давайте мы короля мечей уточним. Для кого-то это может быть врач. Да, это врач, который даст вам надежду на то, что, например, кто-то не мог или выздороветь. Да, две карты говорят о выздоровлении. Или кто-то не мог, может быть, забеременеть в браке. То вот здесь вот карты говорят, что вы будете тратиться на то, чтобы зачать. Может быть, это ЭКО или какая-то операция. То, что приведет или ваше тело, или вашу жизнь в гармонию и баланс. Но тут еще может быть что-то, какое-то принятие решения, как бы которое нужно пока подождать. Что здесь? Может быть, здесь отношения, например, с несвободным человеком. Все-таки вот у нас тут ложь-то в доме легла. Может быть, кто-то все-таки или подает на развод, или ждет, когда человек наконец-то подаст на развод. Да. Потому что король мечей может показывать именно судью. Здесь еще выбор какой-то. Да, у кого-то здесь что-то может быть, как я говорила, со здоровьем, да, чтобы забеременеть, взвешивать будете, потянете, не потянете. Может быть, реально какая-то дорогостоящая операция. А у кого-то здесь ожидание, когда человек примет решение. То есть это хорошо проводить время, но это отношение ни к чему не обязывающее. Тут, может быть, человек просто не хочет брать на себя ответственность. Как бы, скорее всего, мужчину здесь все устраивает. То есть это сражаться за свою любовь. Да, как бы карта говорит, есть шанс победить. Но пока очень много препятствий и преград. Да, что-то мне, если честно, не очень понятна тут ситуация. Мир, да, все решится, но, может быть, вот по умеренности нужно ждать. Но тут все-таки у кого-то здесь или зачатие, или какой-то переезд, может быть. С чем у вас была связана мечта? Но тут смотрите, потому что по деньгам здесь шут. Тут или деньги будут тратиться на переезд, на ребенка. Мир-то тоже говорит, завершение одного этапа вашей жизни и начало следующего. Но завершение какого? Это может быть
переезд куда-то с места на место. Для кого-то, может быть, даже вопрос стоит о переезде в другой город, в другую страну. Пока вы взвешиваете ваши ресурсы, но понимаете, что нужно ждать, когда, например, откроются границы. А для кого-то здесь смена статуса, то есть вы были в паре, а становитесь, например, родителями. Эта карта может говорить о зачатии или рождении малыша. Да. Для тех, кто в поиске любви и отношений, да, здесь у вас сложится колесо фортуны, есть шанс познакомиться. Конечно, на отношения я не очень люблю эту карту, она, как правило, показывает кармические отношения. То есть мы в этих отношениях должны или проработать какой-то кармический урок, получить опыт. Тут или нужно будет создать очень большое, сильное взаимодействие, пройти с этим человеком по жизни рука об руку, или же человек нам дается для получения какого-то, я говорю, опыта или прохождения уроков. Нет, здесь, да. Здесь шанс создать очень гармоничные отношения, которые приведут вас к браку, созданию идеального партнерского союза. Да, над ними нужно будет работать. Поэтому общайтесь, встречайтесь, есть шанс познакомиться. Да, причем очень хороший шанс. Для тех, кто работает или у кого бизнес, тут какие-то планы у вас меняются. Тут даже не меняются, здесь могут быть какие-то расширения, увеличения, распространения. То есть, может быть, по тройке жезлов это открытие каких-то новых точек, расширение вашей компании, может быть, продвижение по карьерной лестнице или выход на какие-то новые платформы, может быть, на платформу интернета. Здесь в работе все будет зависеть от вашей способности коммуницировать с другими людьми, договариваться, заключать какие-то договора, сделки. Еще тройка может говорить, когда человек стоит на пороге чего-то нового, продумывает. И здесь у нас еще рыцарь Пентаклей. Может быть, кто-то планирует сейчас куда-то уехать. Или начать заниматься чем-то другим. Да, карта несет расширение, удачное вложение, продумывание стратегии плана. Но если вы на кого-то работаете, здесь может быть продвижение по карьерной лестнице. Но в любом случае какие-то очень позитивные результаты. Может быть, кто-то сейчас работает на удаленке из дома, то есть через интернет. Но это больше относится к мужчинам. Так, хорошо, для тех, кто в поиске, башня. Тут надо что-то менять. Вообще башня – это слом. Это вот рушатся вот эти стены. То ли это рушится темница. Но остается фундамент. Это ваш опыт, это ваше знание. И вот это новое здание вы на нем можете построить. Может быть, кто-то недавно потерял работу. Вот только-только. Или, может быть, вы не смогли что-то реализовать, например, в бизнесе, в каких-то проектах. Здесь надо обнуляться. Да, вот башня и шут. Тут то ли нужно куда-то уезжать, то ли выходить на какие-то вот опять другие платформы, может быть, интернет. Или здесь нужно начинать что-то вообще новое. Давайте мы с вами башню уточним. Нужно заниматься тем делом, которое доставляет вам радость. Чем-то, вот то, что вам очень хочется. Да, мы иногда не начинаем, только на нас тянет, мы думаем, а что мы там заработаем. Но тогда вы будете идти по пути своего предназначения. Все равно, когда мы работаем там, где нам нравится, мы включаем вот эту радостную энергию, которая не только доставляет нам удовольствие, но в дальнейшем приведет нас к процветанию. Да, может быть, это вот для тех, кто сейчас без работы, может быть, вы тут продумываете вот какой-то новый проект. Но это работать на себя. Для кого-то здесь, может быть, работу нужно найти, но для этого придется вам куда-то уехать. Потому что у нас рыцарь – это движение, и у вас открывается какой-то новый канал. Да, вот шут говорит, это новое место. Это может быть новая сфера деятельности, может быть, вам тут придется еще чему-то обучаться,
Или это новая вообще сфера деятельности, или это новое местонахождение. И рыцарь Пентаклей – это тоже у нас движение. Движение с целью заработать. Да, она может показывать решение каких-то вопросов, связанных с собственностью, с финансами, инвестиции, вложения, покупка, например, земельного участка, дома, автомобиля. Автомобиль – это может быть еще покупка, связанная с тем, что вы на нем будете зарабатывать. Кто-то может отправиться на заработки куда-то в другой город, в другую страну. Но еще у нас рыцари – это какие-то события, сообщения. Может быть, еще в конце этих 15 дней вам нужно будет предпринять какие-то важные шаги или решить какую-то трудную проблему, которая потребует от вас, вот по рыцарю Пентаклей, здравомыслия и терпения. Вообще, рыцарь Пентаклей, он очень размеренный. Он не попадает ни под эмоции, ни под рыцаря вот жезлов, который загорается, как спичка. Нет, это продуманные шаги. А в совет? Здесь у нас ложится карта нашего дома. Ну, в первую очередь, как в совет, она может говорить, что вкладывайтесь в свой дом, в свою недвижимость, в какие-то старые проекты, не старые, а проекты, которые вы, может быть, давно хотели реализовать, но откладывали их, потому что у вас, ну, может быть, не было финансов. Сейчас вы это можете воплотить. Также, может быть, общайтесь с людьми, с которыми вы, может быть, разорвали связь, ну, может быть, жизнь вас развела. Это могут быть ваши друзья детства, одноклассники, одногруппники или люди, с которыми вы работали раньше. Может быть, они вам будут полезны вот в эти 15 дней. Хорошо, давайте посмотрим для вас совет рыбы, совет от Веканского оракула. Первая половина апреля. Совет для рыб. Это у нас колесница, но она перевернутая сейчас. Кто-то рядом с вами приходит в ужас от ваших идей и пытается принять управление ситуацией на себя. Не позволяйте, чтобы эта сложная и энергетически насыщенная ситуация сломала вас. И еще у нас совет от оракула «Магические врата рыбы», первая половина апреля. Твори добро, мой внутренний свет расходится вдаль и вширь. Сейчас я вам зачитаю. Вы творите добро многим людям. Иногда вы даже не знаете, какую пользу приносите окружающим. Ваш свет лучится вдаль и вширь. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего. До свидания.